На войне все средства хороши, особенно если, используя хитрость, удается обмануть при этом своего противника. Во время Сталинградской битвы в июле 1942 года немцам, пусть и ненадолго, но удалось ввести в заблуждение советских летчиков. Этот случай описывает в своей книге «На боевом курсе» герой Советского Союза Пстыга Иван Иванович. После Харьковской катастрофы Красной Армии немецкая группа армии «Б» ринулась на восток по направлению к Волге и Сталинграду. На ее пути практически не было преград, и единственной надеждой у советского командования стала штурмовая авиация. 504-й штурмовой авиаполк, где Пстыга командовал эскадрильей, в это время находился на берегу Дона, на полевом аэродроме около хутора Песковатка, который в свою очередь находился немного западнее Сталинграда. Лето стояло знойное и жаркое, и на боевые задания летчики летали в задонские степи. Вылетов совершали много, бомбили бесконечные колонны врага, и по донесениям, приходившим в штаб дивизии, было видно, что потери немцы несли огромные. Но командующий 8-й воздушной армией генерал-майор Хрюкин Тимофей Тимофеевич почему-то был постоянно недоволен действиями пилотов. Он по связи выходил на командира полка, минуя дивизию, и крепко его ругал. Его претензия была в том, что эффективность налетов штурмовиков на немецкие войска незначительная, и эти, как говорил Хрюкин, воздушные путешествия были только переводом горючего и боеприпасов. Вскоре летчики убедились, что эти претензии были не без оснований. В одном из вылетов Пстыга, ведя свою эскадрилью, еще издалека заметил вражескую колонну. Илы подошли ближе, и Иван Иванович скомандовал: «Внимание, атакуем!» Бомбы легли точно в цель, и илы ушли на второй круг, и тут Пстыга вспомнил слова командарма и впервые усомнился в том, была ли поражена цель. Пока лишь можно утверждать, что побросали бомбы в пыль, а под ней что? Иван Иванович занял место замыкающего группы и стал следить за работой своих ведомых. Штурмовики в атаке пронеслись над колонной противника, и от ветра образовались просветы. Пстыга полетел вдоль колонны и стал поедать глазами землю. И тут оказалось, что по степи едут автомашины, далеко одна от другой, и к каждой из них прикреплен канат. На этом канате метрах в 10-15 болтаются объемные связки хвороста, который, волочась по дороге, создавал огромное облако пыли. Сверху казалось, что идет целая дивизия, а на самом деле техники в колонне было раз, два и обчелся. Штурмовики прекратили атаку, нашли другую цель и израсходовали по ней остатки боеприпасов, а вернувшись в полк, доложили о своих наблюдениях командиру. Он сразу же доложил обо всем Хрюкину, и генерал, немного подумав, хмыкнул в трубку: «Хвалю за наблюдательность. Пошли-ка ты туда своих молодцов еще раз. Только пусть пролетят не вдоль какой-то отдельной колонны, а поперек всех». И действительно, в ходе этого пролета выяснилось, что параллельно пыльным и пустым колоннам двигались малозаметные, но насыщенные техникой. Спереди этих реальных колонн ехали поливальные машины, которые сбивали пыль. Таким образом, хитрый прием врага был раскрыт, и в дальнейшем чересчур пыльные колонны сразу же настораживали советских летчиков. Говорят, век живи, век учись, а на войне это особенно важно. Друзья, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях о других немецких и советских хитростях, примененных в ходе Великой Отечественной войны. На канале, кстати, есть еще 3 ролика, посвященных герою Советского Союза Пстыга Ивану Ивановичу. Они сделаны как отдельные истории, поэтому смотреть можно любую из частей, не привязываясь к остальным. До свидания!